Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Вряд ли когда-то жители отдаленных районов города могли представить, что больница сама приедет к ним на дом. Но теперь это реальность. В Иванове функционирует передвижной медицинский комплекс, оборудованный всем необходимым для приема пациентов. Здесь могут быть специалисты, подобраны по тем возможностям того лечебного учреждения, которое формирует бригаду докторов. В настоящий момент здесь проводится как бы первый этап диспансеризации, то есть здесь в составе бригады есть терапевт, есть невролог, берутся анализы крови и мочи, и также проводится функциональная диагностика, то есть ЭКГ обследование и ультразвуковое обследование. В одном автобусе три медицинских кабинета – лабораторный, смотровой и диагностический отсеки. Сегодня больница на колесах в микрорайоне ТЭЦ-3. Местным жителям по большей части преклонного возраста такая идея понравилась. Добираться до стационарного лечебного учреждения, стоять в очередях и после возвращаться домой многим не по силам. А здесь все под рукой. Сами видите, времени уже 2 часа, сколько народу. А вы видели бы, что здесь было в 9 к моменту открытия. Некоторые пришли пораньше, за час. И очередь неизбывная на анализ крови. И так, как я говорю, по конвейеру, вперед, вперед, вперед. Все очень довольны. Следить за своим здоровьем кому-то не хватает времени, кому-то сил. Именно для таких людей мобильный центр – настоящее спасение. Здоровье с доставкой на дом. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.